все новогодние праздники Советская площадь будет радовать наших горожан. Первое число здесь будет большая программа, начиная с 00:30 ночи. В 2 часа будет новогодний праздничный большой салют. На 10 минут это будет интересно. Мы сегодня просмотрели видеоматериалы. Я думаю, это будет понравиться нашим горожанам. Традиционно наши, в общем-то, пиротехнические компании хорошо его делают, качественно и интересно. Это здорово, конечно. И потом с 1 числа на Советской площади до 5 включительно каждый день мы будем проводить по 2 программы здесь, на Советской площади, у сцены. Одна программа с 12 до 3 будет всегда посвящена, конечно, нашим детишкам в первую очередь. Днем кто будет приходить играть в новогодние праздники сюда. И вечерняя дискотека с 17 часов до 20 будет каждый день, включая 5 число, работать здесь по 2 больших, полноценных анимационных программы для детей и для взрослых. Я думаю, это будет интересно, но я не говорю о том, что будет делаться еще на улицах нашего города. Действительно, администрация нашего района, все учреждения культуры, они задействованы в праздновании, подготовке празднования. Я думаю, мы сможем создать людям хорошее, яркое, доброе настроение.